Мой жизненный путь протекал вместе с нашей страной, когда впервые, значит, проходила коллективизация нашего сельского хозяйства, на ноги становилась страна, промышленность развивала и так далее. Поэтому на моих глазах, на моих с детского возраста, и как я наблюдал, и рос, и сформировались мои впечатления, мое мышление, моя любовь развивалась к родине. Когда началась Великая Отечественная война, буквально на второй день войны состоялся указ Президиума Верховного Совета о мобилизации, всеобщей мобилизации. Указом предусматривалась мобилизация 14 возрастов. Я рос в сельской местности, на селе. Значит, 30 километров от города Арзамаса, 100 километров от города Горького. В этих краях. Поэтому все впечатление, когда вот началась война, у меня осталось в сельской местности. Поэтому нас призвали с 17 лет. Прямо с 10 класса. Я учился в 10 классе, проучился всего полтора месяца, и нас призвали в армию. Направили меня в полковую школу, это школа сержантского состава. Но так же, как вот 10 класс не удалось мне учиться, так и полковую школу не удалось. Значит, предстояла операция, крупнейшая операция, так под кодовым названием «Багратион», это по освобождению Белоруссии. Тоже кругом бегом. Значит, и уже в апреле месяце 44-го мы прибыли на фронт, и начиная с апреля, вот год с небольшим, значит, я был непосредственно на фронте, но начиная с апреля 44-го года и до 9 мая я неотлучно находился на фронте. Значит, был определен в разведку, но это тоже по собственному желанию, потому что так просто в разведку не берут. Прошел путь, значит, 1800 километров от Смоленска, от границы Смоленской области до Берлина. Из них 1300 с боями. Значит, было в разведке, поэтому взятие языков там и другие задания тут были. Ну, аппарат, значит, ну, во-первых, гордость для меня была то, что я из молодых, были деды, были, значит, те, кто с первого дня войны начинал, там. Ну, и парад прошел с ликованием. И хотелось, чтобы наша молодежь была достойна старшего поколения, то есть своих дедов, традиции соблюдала, которые присущи нашему народу. Надо и трудиться, ведь во время войны вся страна была воюющей, весь народ. Мы видим, что молодежь очень патриотично настроена и верна, значит, своему отечеству, своим родным, близким, своей родине. Все дает вплоть до самой важной для каждого человека своей жизни.